Добрый день, гости и подписчики канала. Всех с Рождеством Христовым. Выскочил под вечер половить пассивную щуку. В глубоководной части озера Трофей работал болисонгами, риренджами, максвадами. Пусто. В мелководной начинаю с любимчика. 110-го орбита. Цвете голубой марлин. Проводка. Два удара и пауза. 2-5 секунд. Сегодня, как говорят в Одессе, он делал мне нервы. На озере зимуют лысухи. Между самцами постоянно территориальные разборки. Отбегая от противника во время драки, одна из уток наступила на воблер. Первая утка в этом году. Отстрел орбита. Помчался искать. Ой, мой красавчик. Покидал 110-й инквизитор, перешел на 110-й риренч. Опять поклевка под камышом. Щука накручивает на себя поводок. Если на зубы попадет шнур, может быть обрыв. Разматываю поводок. Трудовая зимняя рыбалка. Всех с Рождеством Христовым!